Конечно же, я хочу, чтобы у меня была вот такая ухоженная кожа, чтобы она была мягкая, чтобы она была гладкая, чтобы она была там подтянутая и так далее, свежая. Ухаживать за своей кожей я начала где-то, ну, не знаю, мне кажется, лет так с 17. Между прочим, Oriflame был одним из каталогов, к которым я обращалась. Я пользовалась косметикой Oriflame. Тогда это было просто, не знаю, наверное, вообще был пик, когда все просто смотрели каталоги, нюхали духи, брали пробнички и прям все вот так, типа, у тебя есть еще журнал, есть пробнички. Утренние ритуалы у меня: умываться тоником, и только тоником стараюсь. Крем, может быть, масло для лица. Вечером обязательно очищение и какой-то ночной конкретно крем, иногда сыворотка. Я не ленюсь, потому что мне это доставляет удовольствие. Это то, как ты сам к себе относишься. Если ты хочешь себя побаловать, холить, лелеять, то ты, конечно же, и маслом помажешь кожу, и руки, и лицо, и не забываешь про шею, про декольте, линию. Это все то, что... Мне кажется, что это вообще должно быть воспитание, должно быть от мамы передаваться дочке. Подругам я своим, конечно, стараюсь дарить косметику. Ну, то есть именно по уходу за лицом. Это удовольствие.